Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ. И у нас сегодня уже 3600 подписчиков. Мы ждем к марту месяца 5000 подписчиков. Обязательно ставьте лайк на наше видео. И сегодня у нас будет шуруповерт аккумуляторный BR-181LI Patriot. Вот такая коробочка, посмотрите. Стоит такой новый порядком 5000 рублей. Вот, для нашей программы у нас была скидочка 3800 рублей. Вот, значит, как вы уже поняли, это качественный, хороший шуруповерт. Приближен уже как дрель шуруповерт идет аккумуляторный. Вот, значит, у него литионовые батареи 18-вольтовые. 2 ампера в час идет. Быстро зажимной аккумулятор. Диаметр патрона 10 миллиметров, количество скоростей 2. Вот, ну давайте сейчас посмотрим, что там внутри. Раскроем, глянем. Поехали. Так, вскрываем упаковку. Вот так у нас выглядит. Это мы убираем. Чемодан очень добротный. Так он открывается. Да, кстати, посмотрите, здесь забыл показать вам Патриот, надпись вот такая. Открываем его. Итак, в наборе у нас книжечка, инструкция по эксплуатации. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Быстренько пройдемся. Ну, здесь ничего особенного как бы нет. Потом в ускоренном режиме, если что. А, вот, для нашей программы 3318 рублей. То есть стоило. Так, все нормально. Убираем, давайте, лишнее. Итак, два аккумулятора. Вот таких, литионовых. Вот. Мало ли кому нужен будет. 2-амперный, 18-вольт, литион. Так, сейчас, секунду. Сюда откладываем. Значит, адаптер вот такой идет в комплекте. Давайте я вам поближе тоже покажу данные. 18-вольтовый на 2 ампера адаптер идет. И сам шуруповерт, дрель шуруповерт. Вот так он выглядит. Снимается здесь все очень легко. Выдвижной. Все вставляется также легко. Смотрите, он светится. Все очень классно. Итак, значит, смотрите, у него в наборе идет две биты двойных двухсторонних. Он крепится на магнитах. Сразу скажу, значит, второй я выкинул в помойку. Значит, и киевские два шкафа собирались. И, как ни странно, головки стерлись. Вот, шуруповерт мощный, все хорошо, сверлит, закручивает. Но, к сожалению, вот эти родные биты, они не очень хорошего качества. То есть рекомендую все-таки покупать новый. Давайте уберем сейчас коробку, которая нам будет мешать. Значит, для сравнения. Да, кстати, здесь очень удобно есть у него крепление. Если на высотных работах, на джинсы так вешаете, и он хорошо держится. Можно также за веревочку держать. Ну и, кстати, забыл сказать, что 17-скоростной, 18-я скорость сверления. Закрутчика. Для сравнения взял 2-амперный 14,4 вольта. Называется спец. Сейчас мы сделаем мини-тест. Попробуем закрутить данными шуруповертами в саморезы на дощечке. Итак, посмотрим, как это происходит. Вот у нас есть дощечка. Давайте с одного захода посмотрим, насколько он вытянет каждый из нас
наш шуруповерт. Как-то что здесь как-то видите, так слабовато раскрутка. Так, это наш спец 18 вольтов. Кстати, стоимость его, по-моему, 2500-3000 рублей он стоит. Тоже съемный. У него аккумулятор. Вот, ну мы сейчас не о нем. Давайте мы сейчас поменяем биту. Благо, одевается все очень легко. Сейчас мы его вставим. Вот сюда. Все. Так. И попробуем закрутить. Чувствуете, как он здесь прям раз. Все четко, быстро. Вот, моментально. То есть вкручивает, сверлит очень хорошо. Вот. Итак, я могу рекомендовать Патриот BR181LI. Давайте мы его рассмотрим. Дальнейшие покупки вами. Вот такой мощный. С вас ждем лайки. 5000 подписчиков к марту месяца. Вот. Давайте мы сейчас пролетимся. Так, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Пока.